Люди, которые стараются всегда оставаться на пике моды, теперь могут совершенно бесплатно сделать себе две, пожалуй, самых обсуждаемых стрижки в мире. А именно, Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Правда, эта услуга предоставляется пока только во вьетнамской столице и только в одной парикмахерской. Накануне второго саммита лидеров США и КНДР, который пройдет в Ханое 27-28 февраля, владелец одного из местных барбершопов Ле Туан Зонг решил устроить такую вот промо-акцию. По его словам, от желающих сделать стрижку Кима или Трампа просто нет отбоя. «Я сделал это просто ради прикола и удивился, насколько большой отклик это вызвало. Я очень рад». Многие клиенты оказались совсем не прочь получить бесплатную стрижку. То, что они стали похожи на Трампа и Кима, их абсолютно не смущает. Прическа Трампа отлично выглядит и подходит мне по возрасту. Мне нравится, все говорят, что я похож на лидера КНДР. Однако не всем такой подход может прийтись по душе. Северокорейские чиновники зачастую не воспринимают иронию, когда речь заходит об их верховном лидере.